Ну ты же слышишь, что он есть? Слышу. Нет, что это не аккумулятор. Аккумулятор, что у нас там ум. Я просто боюсь, что это вот в багажнике там этот салонный фильтр. Вибрирует, блин, подушки у него жесткие. Конечно, по идее поставить новые хорошие подушки, это все уйдет. Ну ладно. Но, блин, они все-таки по 2000. Ни хрена себе. Ты видела? Видела. Что делать? Ну, поехали. Ну, там вообще зеркало валяется. А это вообще нормально так делать? Ну, блин, ну не знаю, припаскуйся. Скажем, у нас тут регистратор есть. Потрещи. Припаскуйся здесь, просто поднимай машину. Ты здесь можешь парковаться? Понравилось, что она стоит неправильно припаркована. Ну так нельзя делать, все равно это чисто. Давай, ага.